Рыбы, здравствуйте, дорогие мои! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш лунный гороскоп на следующую неделю, с 8 по 14 июля. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе. Подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы начинаем! Понедельник и вторник. Луна в знаке зодиака Лев в вашем шестом доме гороскопа. Придется вернуться к своим обязанностям, к своей работе. Может быть, вы сейчас вернетесь из отпуска, либо из какой-то поездки, либо были за городом или у кого-то на день рождения. Вот придется в понедельник и вторник немного заняться активной работой над проектом. Или вообще просто активно заниматься своими обязанностями. Вот придется как-то. Если у вас сейчас наоборот отпуск, и вы куда-то улетаете, уезжаете, то обязательно позаботьтесь о своем здоровье, потому что шестой дом гороскопа отвечает за лечение, за здоровье. Возьмите дополнительные крема какие-то, чтобы не сгореть на солнце, или, я не знаю, какие-то медикаменты, просто маленькую аптечку, на всякий случай пусть лежит, не забудьте об этом. Когда Луна во Льве, хочется праздников, развлечений. Вы можете действительно в начале недели немного вот быть в каком-то таком экстазе. Можете немного не обращать внимания на то, что нужно срочно сделать, закрыть какую-то задачу. Вы будете настроены на какую-то встречу. Может быть, вы будете планировать какую-то встречу с друзьями на ближайшие выходных, к примеру, там 13-14 числа. Все, обязательно нужно ехать куда-то, обязательно нужно с кем-то встретиться. Вот запланируйте встречу как раз в начале недели, в понедельник и во вторник. Затем хочется привлекать к себе внимание больше. Какая-то даже, знаете, романтическая нотка будет в вашем настроении. Флиртовать захочется, строить кому-то глазки. Захочется получить комплименты, захочется, чтобы на вас наконец-то обратили внимание. Особенности тот человек, который вам очень нравится. Вот как-то вы захотите немного, так сказать, феромонов впустить в воздух, но будьте поаккуратней. Затем, когда Луна в шестом доме гороскопа, все, что связано с ремонтом и с персоналом, который обслуживает, не знаю, там, может быть, у вас что-то сломалось и нужно вызвать мужа на час, или грузчиков, чтобы они перевезли мебель. Вот это тоже понедельник и вторник, время, чтобы этим заняться. Вы сможете быстро все как-то организовать, вы сможете найти людей, которые вам могут помочь. А если у вас сейчас действительно ремонт, вы найдете именно те материалы, которые вам нужны в эти два дня. Среда и четверг, дорогие рыбки. Луна в знаке зодиака Девы в вашем седьмом доме гороскопа. Захочется навести порядок в отношениях с любимым человеком. Расставить все по полочкам. Все, не трогай мою зубную пасту, она стоит вот так, почему она вечно лежит. Не трогай мои носки, они всегда валяются, пусть они валяются, не трогай их. Пусть они там в темном углу где-то огромной горой уже лежат, вот они мои, не трогай их. Вот как-то вы будете свои границы защищать, возможно, рыбки. Либо на них будет кто-то позариться на ваши границы, кто-то, может быть, будет вас учить. Либо ваш любимый человек, либо партнер. Может быть, вы не замужем, не женаты. И какой-то человек, который к вам испытывает симпатию, будет делать вам какие-то замечания. Самое главное, не выходить из себя, рыбки. Да, спасибо большое, но я буду делать так, как мне надо. Вот так, как мне надо. Вот это ваш девиз, когда вы будете стараться как-то защитить свои границы в среду и в четверг. Поиск новой информации, это тоже Луна в Деве. Может быть, вы будете искать что-то связанное с судами, с юристами, с правом, с законами. Может быть, будете изучать какую-то статью в середине недели. Что за статья, сказать не могу. Может быть, касательно разводов. В том числе, потому что седьмой дом все-таки это и брак, и развод. И то, и другое. Когда Луна в седьмом доме гороскопа, мы обращаем внимание на красоту, на эстетику. На баланс света, на какую-то архитектуру, на какой-то ландшафт, на какой-то дизайн. И одновременно с этим мы не согласны ни с какими неточностями. Мы можем посмотреть и начать критиковать какую-то работу. К вам ребенок принес свой рисунок, вы сказали, что ты нарисовал, ты не человечек, это монстр, иди перерисуй, что ты такое рисуешь. У меня уже все, у меня глаза потекли. Вот вы как-то можете критично относиться к какой-то красоте, какому-то искусству. Пожалуйста, держите себя в руках, рыбки. Иначе вы сможете кого-то ненароком, но обидеть. Пятница, суббота и воскресенье. Луна в знаке зодиака Весы в восьмом доме гороскопа. Когда Луна в этом знаке, важно посетить что-то красивое. Что-то, какое-то мероприятие. Это может быть театр, это может быть выставка, это может быть концерт.
какое-то мероприятие, в ресторан сходить, в котором вы ни разу не были, и попробовать новую кухню, что-то новое из еды. Обязательно! Выберите один из этих трех дней, пятница, суббота или воскресенье, и обязательно посетите что-то невероятно красивое или новое. Это пойдет к вам, как, знаете, как энергия, как будто у вас будет взаимообмен энергиями. Это очень важно. Чтобы не потерять ее под конец недели, нужно ее чем-то... какой-то ресурс найти. Вот я вам и советую один из ресурсов. Затем, когда Луна в Весах, мы можем вмешиваться в споры, и я вас призываю, дорогие рыбки, ни в коем случае не стараться перегнуть палку или доказывать что-то кому-то, потому что эти споры могут перерасти в конфликты. Понимание, взаимопонимание, когда Луна в Весах, будет, как сказать вам, неоднозначным. Поэтому здесь самое главное... сохранять нейтралитет. Я сказал или я сказала, у меня такая точка зрения, все, не надо мне ничего там навязывать и тому подобное. Вот это очень важно, стараться сохранять спокойствие. Восьмой дом гороскопа, в котором будет Луна, говорит о долгах, о кредитах. Либо вам кто-то отдаст долг, или вы будете намекать человеку, чтобы он вам вернул этот должок, либо вы будете занимать у кого-то денежку. Вот одно из двух. Либо вы получите какие-то выплаты от государства, от руководства. Это могут быть командировочные, отпускные. Это могут быть какие-то доплаты за что-то, за дополнительную работу, за проект. Вот с этим все связано. Ну и в редких случаях восьмой дом – это еще и наследство. Ну, здесь уже как получится, как говорится. Ну и также восьмой дом гороскопа отвечает за тайны, за секреты. Может быть, в течение этих трех дней вы что-то узнаете интересненькое. Либо это будет просто сплетня, либо это будет шутка, но в каждой шутке, вы сами знаете, есть доля правды. Либо вам придется разбираться после того, как вы узнаете этот секрет с кем-то из вашего окружения, либо этот секрет останется с вами навсегда. Дорогие, милые мои рыбки, в начале следующей недели позаботьтесь о здоровье. Пожалуйста, не забывайте принимать вовремя какие-то медикаменты. Или если вы отправляетесь в отпуск, берите крема солнцезащитные, чтобы не сгореть на солнце и потом не заниматься лечением. Посередине недели обратите внимание на своего любимого человека. Возможно, в отношениях нужно будет расставить какие-то точки. Или вам придется защищать свои личные границы, но ни в коем случае не вступайте в споры. Иначе будет просто экшен. Но ближе к выходным я советую вам расплатиться с долгами, если у вас есть такая возможность. Либо ждите, что к вам придут какие-то денежки откуда-то из пространства. Ну и также я советую вам в выходные ни в коем случае не делиться своими секретами и планами с окружающими, потому что есть люди, которые вам завидуют. О них вы, конечно, можете не знать, но все же держите язык за зубами. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на мои соцсети. Ссылка под этим видео. Жду каждого из вас. Еще раз, дорогие рыбки, удачки вам на следующей неделе. Крепкого здоровья и заряда оптимизма. У вас непременно все получится, если вы перестанете сидеть на месте и будете действовать. У вас есть весь потенциал, который нужен для того, чтобы достичь своей мечты. Дерзайте. Дерзайте. Я держу за вас кулачки. Всем до свидания.